Розкажіть, будь ласка, які дії поліції в умовах карантину наразі передбачені? Ну, в умовах карантину ми в першу чергу звертаємо увагу всіх мешканців цього міста в обов'язковому в обязательном порядке соблюдать режим карантина. Поменьше выходить на улицу, не пользоваться местами общественного пользования, то бишь детские площадки, спортивные площадки. Згідно постанови 211 Кабинета министров, которая рекомендовала и ограничила работу ряда организаций, в частности фитнес-клубов, косметических салонов, магазинов продажи различной одежды, кроме организаций, торговых предприятий, которые осуществляют торговлю химической защитой, обработкой соответствующей противозаражающими средствами, аптеки, продуктовые магазины. Все, что касаемо уличной торговли, рынков, кофейни, все это категорически запрещено. Як наразі відпрацьовуються всі ці дії? Чи існує якийсь патруль? Сегодня в городе, и не только сегодня, вчера и позавчера, в городе работает не менее 3 патрулей. Совместно мы проводим патрулирование с нашими общественными организациями, с народной дружиной и лицами-добровольцами, которые хотят оказать помощь нашим правоохоронной системе. Я знаю, что передбачені певні штрафи, чи було вже складено якісь акти? На сегодняшний день официально зарегистрирован один протокол, направлен до суду, на торгове підприємство, яке порушило правила карантину. Штрафні санкції ви можете подивитися, стаття 44 прим. 3 адміністративного кодексу з її змінами. Штраф предусмотрен на наложення як на фізичних, так і на юридичних ліц. Якщо от казати, наприклад, сім'я виходить з дитинкою і знаходиться на дитячому майданчику або на спортивному майданчику, що будете робити в цьому випадку? Будемо однозначно составляти адміністративний протокол. Всім було об'явлено через средства масової інформації, через повістительну систему міста буде неоднократно ще повторятися ця інформація. Всім рекомендовано самоізолюватися. Те люди, которые нарушают карантин, в первую очередь, они подставляют сами себя. А если кто-то, например, вышел за продуктами, то это не подлежит администрации? Нет, соблюдать дистанцию, как рекомендовано медиками, не ближе 1,5 метра, общаться с людьми без рукопожатий, как от обнимашек и так далее. Были на нараде, что обговаривали? Было еще раз подтверждено на основании постановления Кабинета министров, нарады облдержадминистрации, что касаемо запрета работы торговли, кроме продуктов питания, зоомагазинов, СТО, автомойки и банковские страховые организации. Этим организациям разрешено работать при соблюдении карантинных мер. То есть санобработка, средства индивидуальной защиты и не создавать массовость в помещениях. И главное, вы помните, если вам чуть больше 50, не стоит лишний раз выходить из дома. А словоческие предприниматели пошли вам навстречу и придумали, как вам облегчить и обезопасить жизнь. Они организовали страничку в Фейсбуке «Купуй у Славутыча». И заглянув на страничку, вы сможете узнать, как получить домой готовую еду из Старого Таллина, Аривы, отеля Славутыч, а также пиццу и выпечку из других магазинов. Вам домой бесплатно доставят хлеб, пирожки, картошку, нужные автозапчасти и даже цветы. Владелец АТБ организовал акцию в своих магазинах по всей Украине с 9:00 до 10:00 утра. Ежедневно обслуживаются пенсионеры и люди солидного возраста. Постарайтесь в это время не ходить в магазины АТБ. Отдадим их пенсионерам на откуп. Даугава успешно шьет повязки. А наш водоканал также сделал солидный подарок для жителей Славутича. Для обеззараживания воды на водочистных сооружениях мы используем броварскую установку «Пламя». Пламя производит гипохлорид натрия. В данный момент мы запустили у нас вообще в работе две установки. На одной мы работаем, вторая в резерве, ну и для вывода в ремонт. Мы на сегодняшний день запустили вторую установку «Пламя» и начали производить на ней небольшое количество гипохлорида, который уже сегодня успешно 200 литров концентрата мы раздали коммунальным предприятиям ЖКЦ, а также двум обслуживающим компаниям.
То есть они могут обеззараживание делать в многоквартирных домах, насколько я понимаю. Да, ну, собственно, для этих целей оно и было сделано, этот концентрат. Они его разведут в пропорции 1 к 10 и смогут обеззараживать лестничные проемы, подъезды, поручни, собственно, перила. То есть в случае необходимости, если вдруг какие-то проблемы возникнут в медсанчасти, вы же можете им поставлять? Да, сегодня я общался с директором нашего коммунального заклада. Он сказал, что на сегодняшний день порядка 100 литров обеззараживающих, дезинфицирующих средств у них есть. Ну и когда они закончатся, тем более в стране начинается проблема, и цены взвинтили, это все. Мы с удовольствием для них изготовим для собственных нужд нашей санитарной части. Пожалуй, стоит сказать спасибо предпринимателям за их находчивость и услуги для словучан.